Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня продолжаем разбирать старые телевизоры времен СССР. Это у нас телевизор, будем разбирать, кварц 303. Это все, крышечка снята, такая небольшая. Он небольшой телевизор. Вот кварц 303. 140 ватт потребляемая мощность была. Это мы сдадим на металл, крышечка алюминиевая. Это побольше крышка предыдущей серии, я разбирал телевизор, как он называется, забыл, ладно, сброшу там под видео ссылку. Вот такие у нас тут вкладки. Я уже открыл одну. Здесь у нас система, не знаю. Телевизор старый. С каких он годов вообще. Сейчас найдем. Все ламповые. Лампы вот стоят. С какого он года? На крышке не написано. Только цена 155 рублей. Целую зарплату стоит. А наверное вот 40-х годов. Если я не ошибаюсь. Телевизионный приемник ОЛТ 43. Наверное, да, это наверное 43, наверное, 40-й год, третий месяц. Хотя, кто его знает. Еще такие я ни разу не разбирал. Старые. С алюминиевыми крышками. Вот здесь написано, что это 4 января. Ну, года толком и не видно. Короче, будем разбирать. Посмотрим, что в нем имеется. Сейчас подобраться, снять крышку высоковольтную. Там вот болтик небольшой. Вверх-то сам отвалил. Вот. И здесь болтики укручены в саму основу металлическую. Есть такие, что сзади еще гайка находится, то их неудобно раскручивать. И сзади, если гайка, надо держать, чем вот. Сняли такую крышку металлическую, высоковольтную. Так. Здесь лампы находятся, вот. С лампами идут проводка. Так. Лампы мы аккуратно, чтобы не сломать. Подделяем. Раньше я их не собирал. Сейчас решил лампы забирать. Хай будет. Достаем лампу. Название. Все, все постерто. 6P130 лампа называется. О, 75-й год, походу. 10 месяц, так как тут и есть январь. Хотя январь, ну да. Телевизор в январе, наверное, сбирали, а лампы 10 месяца, 75-й год, вот. 75 видно. Короче, 75-го года телек. Еще таких не разбирал, не надо. Лампы положим. Канистру, у меня там их уже с других. Телевизором море. Сейчас все лампы отделим, чтобы не побить, до стекла не наделать. Что в нем тут ценного в этом телевизоре? Особо не видно такого, чтобы
содержала драгметаллы. Лампы. Вроде все отделил. Внутри тут не видно. Здесь у нас находится конденсатор такой вот коричневый, серебросодержащий. Это вот зеленые КМ-конденсаторы. Ну их ценных металлов нету. Серебро только. Таких зеленых, тонких, поновее трех с 90-х годов. Содержится палладий, платина. А это у нас так, пустышка, серебро в основном. Также вот трубчатые конденсаторы, серебро содержащие, здесь посеребронка. Таких вот синие есть, есть такие серые, все синие. Ну, их тут много содержится на плате, таких конденсаторов уйма. Получается, в таких вот телевизорах старушечных в основном содержание получается немного серебра. Ну и медь. Вот один трансформатор, грамм будет, наверное, 100 меди. Второй трансформатор, грамм 100 меди. И внутри стоит большой такой вот трансформатор. В этом трансформаторе, ну, думаю, грамм 400 это будет, две обмотки. Достать его одной рукой плохо, конечно, но попытаться можно, чтобы сам корпус этот развалить, то было бы хорошо. Еще иногда в пакетнике иногда попадается КМ-ка небольшая или полевички. Это в новейших моделях. Такую старую сейчас не знаю, не разбирал, что там ее внутри в пакетнике стоит. А вот болтик сбоку от одного не снимается. Слабим болтик, чтобы добраться до пакетника. О, снял эту штуку. Пакетник освободили. На пакетнике также он там лампы стоят еще. Ну, до всего надо добираться тут. Так, трансформатор. Не знаю, здесь стоит, кажется, таким коробом эта металлическая основа. И этот короб разобрать трудновато. Только если вот молоточку постучать надо. Сейчас отвинтим болтика. Опа, так, платку снял я одну. Ну, она на проводах висит. Отделили плату. И провода. Провода держат еще. Ладно, потихоньку будем раскручивать. Да, еще я не сказал, тут у нас еще вот в этом на экране что стоит. Штука такая. Сейчас я ее откручу. На пушке этой, на кинескопе. Тоже меди немного содержится. Находится. Где-то так, если взять, то будет 600. Грамм 700 меди должно набраться в этой вот штуке небольшой. Медя. Сейчас мы ее отделим. Опа. Ух, отделилась. Самая легко отделяемая деталька такая. Вскрыть надо. Посмотрим, что там есть.
мусора наделал пластиковые. Ну, о, немного тут медяхи. Я и говорю. Может даже и больше будет, чем 100 грамм. Еще одной рукой неудобно делать. По-быстрому открою двумя руками. Опять залил провода. О, и отверточкой подковырнул. Хорошо упаковали. Работает вот эта рука. Такая алюминка небольшая, железная. Держит штука эта железная. Ладно, брошу. Туда укушу. Ну тут вот такая небольшая медь. А, немного. Стоит две. Две это вот что. Бордовые обмотки и такие желтенькие. Тоже две обмоточки стоит. Небольшие. Ну так она по весу. Грамм, наверное, 600. Ну это у нас еще тут будет. Вот под этим феррит содержится. Он тяжелый. Потом уже разберу ее полностью. Ленты. Вот он этот феррит. Кольцо ферритовое. Знаю, но с двух частей. Да, с двух частей состоит. Вот стыкуется. Но и центр када. Очень немного меди. Так, положим, пускай лежит. Тут грамм 200 получится. Грамм 200 меди, вот, с кинескопа, где подключалась вот на плату, сюда, такие вот контакты, похоже на посеребрные, наверное, нет. Тут внутри еще находится мост диодный, это в старых телевизорах, ламповых такие мосты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 диодов. 2, 226.